Доброго дня. Так як погода нам сьогодні завадила зустрітися з нашими виборцями, ми вирішили зробити відеоефір. Може, ми не такі гарнюні, як політикіні, які роблять. Ми постараємось відповісти на всі ваші запитання і, можливо, знайдемо якесь порозуміння з громадою. Тому що можете задавати як зручні, так і незручні питання, тому що наше політичне життя, воно якесь становиться, ну, скажімо так, іноді переходить якісь межі. Тобто люди зривають друг другу листівки, ну, тобто доходи, ну. Владимир, якщо хочеш, підключайся, тому що, ну, як ти вважаєш нужним, тобто ми рассчитываем на запитання людей, тобто може хтось хоче задати запитання, пожалуйста, будь ласка, запитуйте. Ну, якось так. Якось так. Якось так. Запитань у нас немає. Ми не розчитуємо на тисячі. Якщо будуть питання, будемо відповідати. Да, будуть питання, будемо відповідати. Тобто, ну, как бы, я перейду, може, на більш такий, ну, как бы, язик більш близький мені. То есть, ну, я і предлагаю. Да. Если понятна русська мова, ця мова агресора, то можете помахати нам это самое. Тяжко говорить, то есть ставать говорящей головой, это не сразу получается. То есть люди, ну, в моем понятии, то есть это что, уже кто-то их. Там уже пишут. Кто-то. А, вопросы есть? Да, там читайте. Ну, Андрей Андреевич смотрит, здравствуйте, побратим, Александр Беловский смотрит, я так понял. Кстати, если Александр смотрит, мне необходимо будет тебе, Саша, позвонить по поводу мусора, который собрался у нас во дворе по адресу Незалежності 13. Да, ну там местные жители проявили инициативу, они его собрали, его надо просто вывести, скажем так. Это в виде веток от спиленного дерева, да, ну как бы там две такие кучи, чтобы они не разносились, вот. Что для этого надо какую-то заявку, что ли, сделать, или, ну, как этот процесс происходит именно с жителями? Ну, я думаю, проблема будет решена. Саша сейчас, ну, тоже баллотируется, то есть у него все получится. Пока выборы не произойдут, можно задавать любые вопросы, и они будут решаться в ускоренном режиме. То есть я вообще предлагал, что выборы надо делать раз в год, а может быть и чаще, поэтому и жизнь у людей будет более, так сказать, улучшаться. Инфраструктура содержаться в более этих самых каких-то, ну, в улучшенном состоянии, потому что я говорю, что все просыпаются перед выборами, все в надежде дорваться до каких-то более интересных процессов, там это самое. Ну, вопросов я не вижу. Пишут, что смотрят нас. Ну, наверное, это хорошо. Для нас это первый раз. Ну, я хочу сказать вот то, что мне именно ближе, именно мне. Я вот смотрел публикацию по поводу одного из претендентов на главу по поводу реконструкции парков. И там очень так раскручивалась идея в Нижнем парке, в парке Славы, установить детскую площадку, спортивную площадку. Ну, в принципе, эта идея, если оно будет, то это, в принципе, неплохо. Но вообще-то, если по-серьезному подходить к вопросу, то надо
продумывать. Каждому парку должна быть определена концепция развития. Ну да, надо разделить, потому что дети должны уже, как-то... У нас прекрасные парки, если их привести в надлежащий вид, это будет фишка побужья. Но парки, есть такое понятие, как классификация парка. Да, разделить потоки. Уже детские площадки в формате детского парка, уже у нас уже есть этот парк выше Дома культуры, этот сквер. Ну, там можно сделать какое-то покрытие, действительно, да. И, действительно, эти все типа локации типа Капитошки, только за другие деньги. Вдвоем, да. Говорить, нас Говори, да. Да, остальные, оставшиеся два парка, которые... Этот парк ниже площади, это классический... Английский. Английский, да, можно сказать. Ну, не английский совсем, английский парк там немножко другой, там... Но это классический парк, его надо восстанавливать и не втыкать туда способом здесь кенгуру, а здесь квиты. Чтобы это было все продумано. Александр Беловский ответил, что будет вместе с листьями вывозиться. Отлично. Ну, не в Первомайск, а куда у них там получается. Мы очень рады, что такая быстрая ответная реакция. То есть давайте попробуем. По работе Александра, в принципе, это все видно. Люди, жители замечают, что... Происходит изменение в лучшую сторону. Изменения есть. Ну, когда-то, да. Когда-то я говорил, что ЖКО это все-таки, наверное, единственное правильное решение. Я еще хотел закончить по поводу парка. Парки. Относительно Нижнего парка, так называемого парка Славы. Считаю, что целесообразно туда вообще перенести эти памятные знаки по поводу афганцев, чернобыльцев, перенести к месту памятника... Я полностью согласен. Неизвестный солдат, там создать там... Мемориальный комплекс. Мемориальный комплекс, да. Я перебил. И освободить место для парка ниже площади, ну, определить ему другую концепцию. Да. Фонтан сделать. Может быть. Или какой? Меня люди смотрят, как будто я предлагаю там Байконур построить. Как будто это фонтан, это какой-то... В 21 веке несбыточная вообще мечта. Они только могут быть в обычных польских селушках. А у нас это нема коштів. Нема коштів, да. А звідки ж вони візьмуться? От коли про кошти, це удачно виходить на рідні мові. Давайте задавайте питання. Вполне можливо, хтось... Хочет незручні питання, потому что парк это хорошо, то есть это в случае нашей победы, скажем так, потому что так это будет немножко, наверное, все равно все по-другому. То есть у каждого человека своя концепция, как один из кандидатов приехал в одно село, говорит, у вас и так все доброе. Вам ничего не надо. Ну, получается уже, да, концепция развития определена. Вам ничего не треба. У вас все есть. У вас все есть, вам добре. Ну, как-то так. К сожалению, то есть, проходили года, ну, разворовывания, скажем так, и недополучения. То, что было предназначено людям, до людей оно не доходило, до их системы благоустройства, и это самое... вывозить на каждую яму на территории ПФК, вывозят на компостную яму. Не, ну, мы не будем это озвучивать, куда что девается листья. Мы очень рады, что вы нашли пути решения эти. Ну, компостная яма, ну, значит, компостная яма. Смотрит. То есть вопросы, задавайте, потому что я говорю, что вот мне вспоминается видео Политикини, то там были вопросы какие-то, люди задавали, и в принципе
она даже пыталась кому-то отвечать. Сейчас вот раскручивается в группе Побужская объединенная территориальная громада, ну, соцопрос. То есть это, в принципе, манипулятивный какой-то, он-то, там люди не могут не проголосовать за отдельных личностей, не прокомментировать, да, то есть это такое. Была когда-то передача, это, ну как его, Ералаш. То есть садятся люди в шахматы играть, он говорит, у тебя фигурка упала, и там под низом какой-то кулак такой. Ну, скажем так, тяжело играть в шахматы вот с такими ребятами. Виктор Лозинский смотрит, да, очень интересно. Есть, Виктор, желаем вам победы в вашем движении, потому что человек тоже баллотируется на голову ОТГ Пидвисокова. Да. Желаем удачи. Да, желаем удачи, победы. То есть победы должны быть честные. И, то есть люди, скажем так, я считаю, что люди зарабатывают и достойны той влады, которой они достойны. То есть то, что маем, то и маем. То есть, всю жизнь вот нам как бы говорили, что вот человек с завода должен... Ну, конечно... Первоочередная задача – это выстроить правильные, логичные отношения с комбинатом. Ну, градообразующее предприятие. Да, это будет делать любой, кто придет. Вне зависимости, работает он на комбинате или нет, есть у него контракт трехмесячный или нет. То есть любой человек будет находить и должен находить грани соприкосновения. Да, то есть... Люди разные говорят, вот мы сегодня встречались, все-таки небольшая встреча у нас произошла, несмотря на дождь. То есть люди говорят, что а вот надо и канализация, чтобы была наша, и вода должна быть наша, потому что там трубы гнилые, там то все, и там 6 киловольт идет кабель, и оно все стрельнет, рано или поздно это произойдет. Ну, скажем так, будет приход. Будет и расход. То есть, вполне возможно, я вот сейчас вот считаю, что Новоукраинка, она перешла полностью, построила там биологически активные вот эти очистные сооружения. Ну, то есть, мы должны нормально, правильно, и главное, что, ну, как бы, смотреть нормально в глаза друг другу. То есть, предприятие, да, ну, то есть, мы уже никуда, никто, ни от кого деться не может, и выстраивать будем отношения, конечно. То есть, вот я вот сегодня говорил тоже, опять же, с людьми встречался, я говорю, люди идут в этот самый депутатский корпус. Я говорю, вот в случае моей победы мы сядем все 22 человека и я, и мы, ну, возьмем, раздадим 22 листочка, 22 ручки каждому дадим, рассадим на безопасное расстояние в 1,5-2 метра, и пусть каждый напишет свою концепцию, видение разведку этой территории. То есть каждый депутат не должен просто прийти статистом и поднимать руки, и это самое. То есть он напишет, а мы это все в прямом эфире, вы увидите, кого вы выбрали, скажем так. Необходимо будет определить стратегические, тактические, потом... тактические, да. Потому что посредством решения тактических задач в целом потом будет вырисовываться решение уже и стратегической задачи, да. Решая маленькие задачи, рано или поздно решится большая. То есть системный подход. Системный подход, я говорю, и надо самыми большими буквами написать в любом кабинете, где мы будем сидеть. А я надеюсь, мы будем сидеть, что повышение качества жизни жителей нашей громады – это первоочередная задача, потому что люди идут, в принципе, не понимая, ради чего они идут. То есть надо улучшить жизнь людей, то есть качество жизни. Есть такое понятие, как индекс счастья. Вот давайте будем бороться за то, чтобы этот индекс повышался. Потому что от того, что мы все грустные и несчастные ходим, то и
и каждый мечтает уехать или туда, в страну, или в город большой, или Киев, или Одесса. То есть это рано или поздно эта территория будет обречена. То есть останутся самые такие, которые не могут уехать. То есть самые активные, самые репродуктивные, самые они будут вне этой территории. И это очень плохо. То есть все вот эти рассказы про счастливую жизнь, про хрустальные дворцы, про хрустальные мосты. Мы были вот недавно в Люшневате. Да, мы можем говорить про мосты, и надо говорить про мосты, потому что связать, какие-то артерии через речку там. Да. Это заинтересованность не только Люшневаты, да, если это. Да, да. То есть это надо с соседними громадами говорить. Готовы они участвовать, софинансировать это? Почему нет? Если мы там еще придумаем какое-то мельничное колесо и каких-то киловатт 300-500 будем снимать и в коммунальное предприятие сбрасывать по зеленому тарифу, скажем так. Придумывать не надо. Документация, этот проект заказывается, и все. Согласен. Применительно к этому. Да. А мы еще этим колесом и будем аэрировать воду, рыбы будет больше, скажем так. Есть процессы. Пока пишут, смотрят. Вопросов нет. Мы прекрасно. Да. Да, это губернатор. Скажем так, мы четко понимаем, что отслеживаются все лайки, все это самое. То есть потом к людям приходят и начинают рассказывать, почему им не стоит этого делать. То есть. Если кто-то находится вдали от нашей территории, то он, в принципе, наверное, может задавать вопросы и не бояться. А вот по поводу дют, я смотрю, вот они смотрят дют у нас. Да, вот как бы это из стратегического, раздела планов, это при решении всей громады, чтобы все-таки административное здание, управленческое здание перенести, и тот же самый ЦНАП сделать ремонт в здании бывших яслей, сад, привести в порядок всю территорию вокруг этого здания. Во-первых, целесообразность такого помещения, это улучшит для пожилых людей все-таки первое одноэтажное здание, да, это не надо подниматься там по высокой лестнице, там я представляю, как эти старички, как они поднимаются, сколько им усилий приходится. Есть люди вообще с особыми потребностями, как вот их. Здание, сегодняшнее здание, второй этаж, посоветованный сегодняшний день, его можно было бы присоединить к паростку дюта и уже сделать наконец-то вот этот первый этаж утеплить, чтобы это было уже цельное здание, смотрелось цельно, а не так, как будто его обгрызли снизу. Деткам лучшее получается, да, наверху. Есть такое понятие мостики холода, то есть люди вот делают квартиры, утепляют, но в принципе через соседнюю квартиру все равно ваше тепло выходит. Поэтому я говорю, если нет целостной одежды на здании, то это в принципе все бесполезно. Это может любой строитель, это все проверяется, сейчас эти тепловизоры, то все это можно проверить, это сам. Разговор идет о том, что вот это, где находится наша на сегодня Побужская Солнечная Рада и, в принципе, Аквасервис, это все-таки, это здание, они числятся на дюте, насколько я знаю, моя информация, то есть это надо просто, чтобы они вернулись к историческим своим хозяевам, да, и все. То есть дети это, как говорят, для деточок ничего не жалко. Это должно быть цельным комплексом. То есть может даже этот дют они соединяться потом с каким-то переходом потом или еще что-то. То есть если у них есть точки роста, то почему они пусть занимаются? То есть они когда-то мечтали о картингах, там еще что-то, если будет
И когда будет деньги на все это, то первоочередное, на что должны расходоваться деньги громады, это все-таки, наверное, дети, потому что... Ну, все планируется согласно имеющимся средствам. Ну да, да. То есть, но я считаю, что не надо делать какие-то, приступать какой-то там модернизации, реконструкции, если не хватает для этого средств. Делать абы так, а так и раньше, такое и раньше не было. Такой принцип, я считаю, что не подходит. Надо локально, если есть у нас, вот, составляется план общий, делится на более мелкие планы, и вот решать эту задачу правильно. Лучше пускай это будет локально, но это будет сделано по всем правилам. Ну да, то есть делать все по высшему разряду, но лучше кусочками, но сделать правильно, чем сделать никак, и в принципе постоянно это все размазывается, ну, скажем так. Ладно. Мы находимся в студии Соли. То есть спасибо Игорю Даниченко за то, что нас приютил. Предоставленное помещение, предоставленный интернет. Да, то есть есть такое чудесное. Тут сейчас это центр политической жизни стал. То есть все политики побужские, практически все, или тут печатаются. То есть, ну, этот парень в рекламе не нуждается. Да. Ладно. Он умеет развеселить, так что приходите, особенно если вы девушка, то, конечно. Так, вопросов нет. Мы рады, что нас кто-то даже посмотрел, там 33 вон это самое. Это даже больше, чем, скажем так, приходило на встречи за клубом в сквере, да. То есть мы одни из немногих кандидатов, которые сказали, что мы готовы встречаться каждую субботу. Еще, да. Пожалуйста, перебивайте. По поводу сквера, вот сегодня уже именно посмотрел на локацию, так называемая бывшая танцплощадка, или сейчас уже там она как бы концертная площадка, что ее можно было бы сверху соорудить так называемый каркасный навес. Там даже был когда-то навес, я помню, треугольный такой. Он был металлический, это было 80-е годы, это его прошлый век, я помню. Там алюминий, там этот алюминий потом содрали. А это ПВХ натягивается. По Лунину привет. Да, спасибо за тоже да. Виды, за красоты побужья сверху, да. Да. Да, да, продолжать за этот самый. Ну, то есть накрыть это. Так называемый лепесток, да. Я просто бываю в Одессе, там есть такая дом Павловых, такой гостиный дом. И вот уже 15 лет я смотрю, там этот навес, он в сохранности, и он явно не обновляется, вроде, ну, видно, что это один и тот же. В общем, довольно-таки долговечное сооружение. Вот и это. Ну, я, в принципе, считаю, что оно даже и украсит. Да, даже да. Клумбы, допустим, которые там посередине, Владимир сказал, что их было бы неплохо убрать. Да, чтобы расширить именно площадку для концерта, чтобы люди стояли, не вытаптывали вот эти вот клумбы, где тоже они посажены как-то рандомно, тут черно-брейцы, там как-то это все без вкуса. Работа непочатый край. Да, работа непочатый край. Все надо в согласовании с людьми попытаться сделать, и на что будет хватать ресурсов, все надо делать. И скажем так, делать приоритеты, то есть, как я говорил, что есть красная зона, желтая зона, зеленая зона, то есть нам надо справиться с нашими мусорками, нам надо доступ к воде. То есть качественная вода должна быть у каждого жителя громады, в шаговой доступности.
как это будет, то есть башня Рожновского, колонки, или в каждую хату мы заведем. То есть это все надо смотреть. Молодцы хлопцы, да мы молодцы. Ну, то есть решать поочередно вопросы в зависимости от того, как они влияют на нашу жизнедеятельность. То есть у нас неоформленное кладбище, у нас оно, скажем так, сжатое. Вот сейчас опять произошли вот эти 66 памятников разрушены, то есть городской сумасшедший какой-то, молдавской национальности, ну, сломал 66 памятников. То есть для людей это, ничего хорошего нет, потому что люди будут вынуждены нести потери, то есть с этого человека вряд ли кто-то что-то получит. То есть он ради железячки, ну вот, как раньше рассказ такой был, что вот он гаечку выкручивает, а ему говорят, паровоз же упадет. Он говорит, мне нужна гаечка, потому что мне на рыбалку. Так и он там ради каких-то 100 килограмм, наверное, насобирал этого металлолома и разрушил памятники. Поэтому я говорю, на кладбище должна быть, ну, какая-то система и охраны, присмотра, может быть, хотя бы видео, я не знаю, хотя, наверное, будет страшно потом просматривать это видео, если там будет кто-то бегать из потустороннего мира, это самое. Да, то есть во-первых, надо расширить кладбище, легализовать его. То есть оно не может быть в воздухе. То есть надо действительно понести потери. Ну, как-то вот я вот с одним человеком разговаривал, то есть это Олег Яницкий, достойный кандидат тоже на районную раду. Он говорит, вот Липовенковское кладбище обошлось 200 тысяч гривен почистить. То есть я думаю, что не меньшие цифры должны быть потрачены на Побужское. Ну, а так как Побужское, оно больше и это самое, то есть более запущено, то я думаю, что и цифры должны быть другие. То есть это все методом тендеров, закупок прозрачных. Как одни тут кандидаты говорят, прозрачные мысли. То есть мысли должны быть непрозрачные, должны быть прозрачные закупки и это самое, тендера не за 3 минуты. Мысли должны быть содержательными. Поэтому они не могут быть прозрачными. То есть, вот скажем так. Ну, я не знаю, то есть вопросов у нас маловато. Ну, давайте, если хотите, и будет положительная динамика, давайте будем встречаться и не один раз на видео, потому что почему видео, почему вот этот прямой эфир, потому что все-таки, скажем так, все-таки ближе будет именно к избирателю, да? Да, пандемия, все-таки какие-то надо сохранять, вот эти разрывы, условия выполнять, потому что беда, она действительно рядом, мы не задумываемся, то есть людей не пугает, допустим, что вот пневмония, вот это самое. А в принципе никто ничего не знает, потому что тестов, скажем так, маловато, и их не на всех хватает. И, наверное, это все-таки дорогостоящее мероприятие. То есть не каждый может там 2-3 тысячи гривен заплатить и протестироваться. То есть так, вон там пишут нам, а как вы видите развитие электрозарядных станций для автомобилей? Ну, с удовольствием, если как только у нас появится здесь хотя бы один электромобиль, мы с удовольствием пригласим вас. Вот, кстати, я бы хотел сказать, у меня есть, бывал я, скажем, в Израиле, и вот мне удивительно было, как это, слышу, вот по городу идешь, так и слышишь сирена, вот, думал, или это полиция, или что, это вроде бы автомобиля не видно, а это проезжает мотороллер, там трехколесный, или там трицикл, или такой мотороллер, просто обычный мотороллер. Я в Израиле не был, но я думаю, мотороллер. И этот фельдшер, или кто там
по классу, там этот доктор, он выезжает, если это согласовывается по телефону и сложности заболевания или там. Вот. И так, вызывается не обязательно автомобиль, а вызывается для того, чтобы там сбить температуру или там что-то. Да, даже такое, психологическая вот, помощь имеет. Поддержка, да, выезжает имеет. Этот в форме, в жилеточке, в каске, у него этот бокс, там необходимое там, лекарство. Там, все есть, да. Вот выехал, а автомобиль ждет уже более серьезного выезда. Да. Тот же самый автомобиль, он в принципе тоже может быть электрический, какой-нибудь небольшой этот. Ну да. Все, что дешевле позволит сохранить ресурсы громады, надо впроваживать. Если это будет позволять, да, я бы, да, вот, допустим, это у нас тоже есть идея по поводу, кстати, вот вспомнил, да, по поводу установки в районе площади или там напротив, перед Домом культуры, или же вот здесь, где начало вот этих вот аллей перед школой. Со стороны школы, да, установить информационный LED-экран. Да, он будет стоить где-то 1200, где-то как минимум. Но этот экран может именно информативно людей. Виталий, я мысль понял. Информация может быть там разнообразная, там, вплоть от начиная от афиши концерта, каких-то заходов. Ну, какую-то информационную, да, нагрузку, конечно. Да. Или анонсировать какие-то спортивные соревнования. Вот вчера был турнир по боксу. Ну, его знали, о нем знали только некоторые там. Ну, это только в Фейсбуке, да, информировали. Или же вот футбол, это. Ну да, потому что, ну, спорт, вот это завтра, да, да, завтра турнир, да. А если бы это было уже, информация подавалась на общий экран, это. Про прозрачность бюджета только для Тимура и Чута. Другие кандидаты все это завуальовано. Активно очень распределили кошти. Ну, мы и говорили, нам. Ты закончил, да? Это, ну, самое, да. LED-экран, короче. LED-экран, да, и две зарядные установки. Тоже я такие видел, в том же самом чудесном государстве Израиль. Подзарядка идет на улице, в общем, и подкачка колес там, да. Я в Израиле не был. Да. В таком виде, да, там стояла солнечная батарея. Ну, для подзарядки автомобиля она, конечно, не мощная, но откачать колеса можно, да. Но подвести, и таким образом можно обозначить какой-то момент. Ну, можно. Инновации каких-то. Да, да. Люди должны. Начать какой-то, да, процесс инновации. Может, кто-то будет приобретать уже те самые электромобили. Возможно, это маленькие. Возможно, приобретется парочку электромобилей небольших. И будет. Не, ну даже в ЖКО, я думаю, что неплохо бы такой грузовичок, типа мотороллера, маленький, который бы ездил, возил какой-то этот пылесосик. И, ну, для уборки листьев тех же, да. Да, чтобы их не собирать в кучу, а потом думать, как их. Не собирать в кучу, да, а сразу до первого ветра. Сразу же пылесосами их забрать, да, в бункер и вывести уже непосредственно в яму. Не успеваем мы читать. Вы повторяйте вопросы, потому что я не знаю, как пользоваться этим. Оно улетает. Там был вопрос от Елены Подолян. Прогулочки. Ага. Ну, люди пишут, наверное, то, что сейчас делают прогулочки. Елена Подолян написала про прозрачные бюджеты. На заре этой борьбы за децентрализацию, то есть мне тоже говорили много, что вот ты рвешься до корыта. Я вообще, если честно, я не понимал, что там корыто, там это самое, ну, то есть как-то так. Никогда не работал на этих государственных должностях, и, скажем так, для меня было непонятно, про что люди вообще говорят, как они могут там откручивать. Ну, потом я понял, что да, действительно, там есть возможности. Но я первый начал говорить, и сейчас повторяю, что
люди должны иметь возможность контролировать. И когда у тебя 5-6 тысяч человек за тобой смотрит, 10 тысяч глаз, то в принципе, ну, желание куда-то влазить и залазить в какие-то, передряги. У нас 10% зарядки осталось. Ну, очень нам нужны эти электроподзарядки. Да, то есть нас сейчас смотрел один из людей, который, в принципе, занимается электроподзарядками. Я думаю, что мы будем его с удовольствием приглашать, чтобы он установил и в поселке. То есть это повысит классность нашего этого, как его. То есть на какой-то Google карте появится, что вот есть возможность зарядить свой электромобиль. То есть, и, ну, не только ж бывшие главы Радиш администрации на Теслах ездят. То есть люди могут тоже приехать, потом и зарядиться. Так я отвлекся немножко от прозрачных бюджетов. То есть люди, когда будут иметь возможность в любом виде, в печатном виде, в электронном виде, увидеть приходную часть и расходную часть, потому что мы так до сих пор и не знаем, и не понимаем, откуда что берется и куда что девается. То есть поэтому вполне возможно и с таким остервенением, ну, даже и градообразующее, как бы пытается защитить свои интересы. Но надо сделать все правильно, чтобы потом, в будущем, вне зависимости от того, кто будет, кто не будет, были прозрачные и удобные условия игры. Потому что рано или поздно любая самая спрятанная тайна, она вылазит. Вот это будет плохо. Каким образом вы будете осуществлять прозрачность бюджета? Алина Пак Гаврилюк. Это, по-моему, из-за границы нам. Она, насколько я знаю, в Турции. Прозрачность бюджета, я еще раз повторяю, то есть, ну, наверное, там все равно какие-то есть механизмы контроля. То есть мы не знаем, я еще раз повторяю, мы не работаем. Заказать пробу в телефоне, и каждый сможет принимать участие в развитии громады. Да, одним из первых я начал говорить, что нам нужен сайт. То есть надо сайт с обратной связью. То есть вот тот сайт, который сейчас есть, он не позволяет этого делать. То есть люди не могут писать, люди не могут комментировать. То есть, ну, эти сайты стоят денег. Ну, то есть там, скажем так, ну, небольшие, наверное, по-моему, цифры, там $200-300 это стоит. Это как раз для обратной связи. Для обратной связи, да. То есть мы... Ну вот, мы так и писали, что вот три тезисных, есть более развернутая программа. Но я еще раз говорю, какие бы программы ни рисовались людям, то есть они должны писаться вместе с людьми. То есть тогда начнет что-то меняться. Люди увидят, что они тоже могут принимать участие. И они будут видеть, что они... Творцы, потому что им приносят красивые бумажки, которые потом 26 числа уже никому не интересны. Их берут, выбрасывают. Никто ни с кого не спрашивает. И в принципе все были согласны с таким этим самым. Мы же хотим создать другую систему, чтобы люди сами тоже принимали, имели возможность принимать участие в составлении своих планов и программ, выбирать приоритеты, работать, и, потому что какого вы хоть золотого сюда голову поставьте, сам один человек ничего не сделает. И я повторяю, что многое зависит от работы депутатского корпуса. Да, депутатский корпус, то есть вот люди, люди планируют, что они придут, будут просто поднимать руки и будут где-то что-то откручивать, там прикручивать. То есть первым делом, то есть мы должны поклясться, что мы будем работать на благо громады. То есть. И потом еще все-таки взять вот эти ручки и принять участие в составлении программы. То есть как вот люди себя видят. За что бы они готовы были голосовать. И то есть
наша общественность должна видеть, что люди будут представлять из тех, которые прошли туда. То есть деньги их завели, или их корпоративный бизнес завел, или там партия их завела. То есть это все настолько далеко от нашей жизни, что люди должны присматриваться. Скажите насчет освещения. Освещение. Освещение будет. Ну, то есть. Освещение тоже должно быть продуманным. Продуманным, да. Сейчас вот я вот в ленту сбрасывал, что есть, ну, как бы, давайте попробуем без кабельное это, ну, то есть на аккумуляторах оно стоит, берет солнечную энергетику и светит. И стоит этот самый, как его, ну вот, датчик движения, реле и световое реле. Может, да, оно само включается, выключается, да. И мощность увеличивается, когда кто-то проходит. То есть это уже новые технологии, то есть вполне, не надо, чтобы вот было, как вот в «Капитанке», они заплатили 300 тысяч гривен за проект. В итоге ни проекта и ни одной лампочки. Ну вот, и как, как вот, они просто издеваются. Ну, скажем так, то есть людям нужна сама услуга, людям нужна лампочка, а не то, как это сложно и как это невозможно сделать. То есть, не только не просто лампочка, если это. Не это лампочка, да. Это новый. Говорить. Да. Ну, нужно. Это должен, если это. Фонарный, если это освещение, касательно освещения, то это должен быть красивый фонарный столб. Не просто бетонная какая-то бордюра вертикальная, и на нее прикручено все какими-то хомутами. Да, утилитарное, оно выполняет роль столба для освещения, но на него тошно смотреть. Это уже вот, ну, явно так вот, это не по-европейски. Если у нас уже открывается окно возможностей, другие условия, то мы максимально должны приложить усилий для того, чтобы привести все в надлежащий вид. И касательно и столбов, и тех же опор этих, ну, наверное, это посложнее, наверное, это РЭС, там вот эти все, ну, кабеля, вот эти несущие кабеля и, в общем, электроопоры. Не, ну, если это будет на аккумуляторах от солнечной, то мы уходим сразу. Это касательно освещения, а силовые вот эти? Силовые, вполне возможно, ну, не знаю, вполне возможно, что... Ничего не буду говорить, потому что... Ладно, да. Вполне возможно, могут быть другие поставщики, а не только частники РЭС. Давайте, наверное, будем закругляться, потому что сейчас хозяин помещения уже хочет, скажем так, идти... У его отца день рождения, мы его поздравляем. И, скажем так, спасибо за внимание. То есть у нас все равно 37 человек, 36 смотрело. Спасибо всем, удачи. Ну, за кого голосовать, вы, наверное, уже знаете. Голосуйте за нас. Ладно, давайте, привет всем, до свидания.